ITN Distribution. Производство Filmwerkstedet, Копенгаген и Fluxform. В 960 году нашей эры Горм Старый правит Данией. Из многочисленных набегов на Англию привозят не только серебро и золото. Некоторые привезли новую веру. Живой. Кровь викингов. ITN Studios представляет производство Fluxform Films при поддержке Filmwerkstedet. В главных ролях Мартин Хестбек, Роберт Фоллин, Питер Холст, Пернила Бергендорф, Миа Лердам, Ирина Франкелд и Микаэль Раяни. Оператор Тобиас Скавениус. Композитор Лассе Элкер. Фильм Ури Шварца. Стоп. Стоп. Ты кто такой? А кто спрашивает? Я спрашиваю. Христианин? Мой меч, мой бог. А что там? Бастард! Ублюдок! Мы убьем тебя! Это еще что? Мне это не нужно. Женщина? Не, зря ты пришел. В этой деревне лишь смерть и ужасы. О, боги. Что случилось? Кто она?
Это предупреждение, несомненное. Это Фрейя. Ее сестра Гудрун бесстрашная. Говорят, она настоящая дочь Валькирии. Бесстрашная воительница, принесшая нам христианского бога. А это что? Нет, зря ты сюда пришел. Уходи как можно скорее. Прошу тебя. Нет. Рассказывай, старик. И давай медовуху и еду. Хочу есть и пить. Да, конечно. Вот тебе попить, вот тебе поесть. Все началось с набега Гудрун и Ярла на Англию. Ярла? Да, да. В этом городе Ярл и Господь одно лицо. Его зовут Одинсон. Да, он верен старым богам и ненавидит христиан. Гудрун и Ярл много лет прожили в Англии. Гудрун влюбилась в христианина. Да, начала менять Одина, все отца и других богов на христианского бога. Одинсон был недоволен и убил христианина Гудрун. Да. Вернувшись, она собрала своих людей и поставила христианскую церковь в городе. С тех пор у нас война. Это Гудрун богата? Говорят, она привезла с собой богатство английских церквей. Да. Но почти все забрал Одинсон. Пожалуй, я к ней загляну. Нет. Нет, уходи на закате. Нет, они тебя убьют. Пожалуй, останусь. Кажется, тут меня ждет добыча. Береги ее. Ты христианин? Буду тем, кем ты захочешь. Что тебе нужно? Я нашел в лесу женщину на кресте. Это твоя сестра. Фрейя? Где она? В безопасности? Пока. А священники? О них ничего не знаю. Немедленно верни мою сестру. Тише. Тише. Верну. Но только за 30 серебряников. Я не буду платить. Уверен, Ярл с радостью заплатит. Ублюдок. Если сестра не нужна... Заплати. Не смей нас обманывать. Конечно. Хельга. Прибыльный город. Ты бессердечный выродок. Следи за языком, Агнир, или ты его лишишься.
Расскажи про Одинсона. С ним стоит знакомиться? Лучше с ним не играть. Его пес Тор без проблем тебя убьет. Я не так много прошу. Девка. Я не девка. Я Астрид. И я тоже сестра Гудрун. Она желает тебя видеть. Если есть серебро, я готов. Тогда идем со мной. Я хотела поблагодарить тебя за сестру. Эти безбожники ужасно с ней обошлись. У меня к тебе предложение. Какое предложение? Встань на сторону Бога, отомсти за нее. И помоги прогнать безбожников. Что ж, заманчиво. Сколько ты готова заплатить? Предлагаю 20 серебряников. Хочу 80. Восемьдесят? Половину сейчас, вторую, когда закончу. Слишком много. Я заплатила... За жизнь сестры. Тогда 30. Комната и еда. 40. 60. 60 серебряников. И комнату. Кто связал красотку в лесу? Уверен, что ты и ты. И я. Тридцать серебряников. Скорая работа. Ты вернул честь Фрейе и заслужил мое доверие. Хельга, проводи его в комнату. Он у себя в комнате? Да. А может быть, он посланник дьявола? Пришельцу нельзя доверять. Мы даже не знаем его имени. Видела его кольцо? Да. Небось, украл у кого-нибудь. Мы не можем рисковать всем. Нужно убить его во сне. Астрид, Бог привел его к нам, чтобы мы его убили? Тогда где священники? Может, это он их и убил, и взял сестру в заложники. Ждем, пока Фрейя очнется, а потом примем решение. Пока что он полезен. Конечно, я надеюсь, что вести о наших муках дойдут до братьев за морем. А 60 серебряников, которые ты заплатила, мы можем их вернуть.
Давай, Гудрун. Я убью его. Ладно, ладно. Пришлый воин,
скоро нарушит равновесие богов. Я вижу мужчину из далекой страны, без веры. Он непростой человек. Что это значит? Я говорю лишь то, что я вижу. Я не могу узнать скрытый смысл. Многие умрут. Учти, ты должна его убить, иначе ты сама погибнешь. Многие умрут. Ты уже уезжаешь? Да, ему нельзя доверять. Я не дам зарезать себя во сне. Оставлю себе 30 за сестру. Но как ты... Трус! Молодец, Астрид. Этого воина лучше держать ближе к себе. Одинсон будет мстить за убийство. Не бойся, сестра моя. Фрейя очнется и все расскажет. И кузнец еще за нас. Без оружия война невозможна. Это должно остаться между нами. Никто не должен знать, иначе он откажется. Ты? Я думал, тебя убили. Я бы сообщил. Давай еду и мед, я устал. Да, конечно. Будешь отдыхать здесь? Возможно, да. Расскажи про этих христиан. Они бы предпочли жить спокойно. Они, конечно, раньше верили в старых богов. Но не думаю, что вера так легко меняется. Астрид сегодня была у пророчицы. Вряд ли Один будет рад, что христиане используют его дары. Она не очень похожа на христианку. Но кажется, этот бог такой же, как все. Они заставляют творить зло во имя свое. Может, это отговорка? Я скажу одно, Агнер. Деревня будет куда лучше без богов. Это будет мой подарок.
избавление от богов. Ор, безумный ублюдок. Я уверен, что тебя убьют. Но тебе нужен меч получше. Наш кузнец самый умелый во всем королевстве. Его работу хвалил сам король. Да ты что? Выпьем за это. Доброе утро. Как отдохнул? Знатно. Сегодня у нас много дел, да? Держи, друг. Теплый напиток в дорогу. Спасибо. Больше огня. У нас много дел. Грядет буря. Агнир сказал, ты лучший мастер королевства. Я о тебе наслышан. Так часто бывает. Люди рассказывают, как ты убил людей Одинсона, выставил его слабым. Зачем ты пришел? Хочу заработать пару монет, как и все. Но нужна обновка. Хорошая работа. Похож на один из моих. Им немало дрались. Он уже стар. Принадлежал моему отцу. У меня кое-что есть. Что значит «надвигается буря»? Придется выбирать сторону. На чью станешь ты? Война мне выгодна, кто бы в итоге не победил. Я лишь делаю оружие. Вот это настоящий меч. Его зовут Грим. Выкован из железа иного мира. Только адские огни могли его растопить. Сколько за него хочешь?
Это меч для достойных. Любая плата. Просто знак уважения. Кузнец! Да, Олаф. А меч? 100 серебряников. Эй, чужак, Ярл хочет тебя видеть. Пошли. Отлично. Оставь меч здесь. Береги его. А я скоро вернусь. Господин, этот пришелец убил наших людей. Так ты тот самый знаменитый чужак. Кажется, ты взбудоражил весь мой город. Убил 3 стражников у ворот. И на башне. Тоже был ты? Я должен тебя казнить. Они меня оскорбили, когда я прибыл. Я имею право защищаться. Я не виноват, что они не умеют драться. Ты послушай. Чего ты хочешь? 500 серебряников за важную информацию. За такие деньги принесешь мне голову Гудрун. Прибудут корабли. Пусти его. Какие? Корабли короля. Если ты мне сейчас врешь, я выпотрошу тебя как селедку. Маловато. 50. Остальное получишь потом. Хорошо. Тогда я пойду. Мы забрали твою лошадь, чтобы ты не сбежал. Господин, нужно использовать эти сведения. Вели Тору собрать лучших воинов на побережье. Корабли могут прибыть только туда. И поставь новых людей на башню. Будет сделано, господин. Итак, ситуация изменилась. Пойди, пригласи Гудрун и ее ближний круг на празднество. Заключим мир с христианами. Мир? После всего, что она сделала? Мы должны их прогнать. Убить. Не спеши, жена моя. У меня есть план. Делай, что я говорю. Я верю тебе.
очень большой отряд. Наверное, разделились, чтобы защитить корабли. Твои сведения и правда ценные. Я изменил свое мнение, чужак. Я заплачу тебе за работу. Это все прекрасно. Но у вас же перемирие. Что я должен делать? Скоро будет большое кровопролитие. И мне нужен твой меч. Вот здесь 50 золотых. Этого хватит на оплату всего. Очень щедро. И мне нужна моя лошадь. Приведи лошадь. Благодарю. Готов служить. Только не уходи далеко. Госпожа. Мы спасены. Наконец-то ты очнулась, сестра. Епископ пересек море по моему приглашению. Король согласился дать сопровождение, выделил силы. Благословляю, дитя, за страдания во имя Спасителя. Спасибо, отец. Нужно узнать, что случилось с нашими братьями. Мы ничего не слышали, и увидев тебя, я опасаюсь худшего. Я пыталась их защитить, но врагов было много. Кто это был? Думаю, люди Ярла. Я видела лик дьявола. Расскажи, что случилось, дитя? Брата Ричарда ранили. Мы с Эдвином пытались скрыться в лесу. Мне удалось убить одного, но... Потом в Эдвина попали стрелой, так что... Я слышала его крики, когда потеряла сознание. Значит... Он может быть жив. Знаешь, куда его увезли? Нет, не знаю. Но тот, кто меня спас, знает. Надежда еще жива. Отдыхай, Фрейя, поправляйся. Да будет с тобой мир. Спасибо. Будем молиться о выздоровлении. Должно быть возмездие. Мы обязаны найти брата и отомстить за смерть Ричарда во имя Господа. За богохульство нужно жестоко карать.
Дражайший епископ, мы все возмущены и согласны с вами, но это сложный вопрос. Мы заключили мир с Одинсоном и не можем нарушать его без причин. Без причин? Ты видишь, что сделали с Фрейей? Я попробую найти брата Эдвина, а потом мы начнем действовать. Это Дания, не Англия. Тут еще живут старые боги. Нужно быть хитрыми. Надеюсь, ты права. Будь сдержана. Гудрун, все хорошо. Мы получим свое по праву. Нельзя скатываться к старым повадкам. У нас мир с Одинсоном. Его нужно сохранить. Нам хватит сил, чтобы выгнать Ярла и его старых богов. Это не христианский путь. Нельзя просить людей и короля воевать с Одинсоном. Он Ярл. Платит дань королю. Я приведу его к богу. Это мечта, Гудрун. Пустая греза. Чем скорее ты это поймешь, тем больше вероятность, что мы выживем. Нужно их уничтожить. Сегодня мы молимся и пируем, ибо мы вместе. И наши гости наверняка хотят пить. Бог раскроет нам свои желания. А пока найди чужака и пригласи сюда. Нужно разведать, что он знает. Жена! Он знает об этом больше моего. За короля! Я редко бываю дома с женой. Он бывает с ней чаще меня. Нас даже не пригласили. Нужно идти и наказать Гудрун за дерзость. Мы не будем участвовать в их празднестве. Они явно поторопились. Это будет последняя вечеря. Один докажет твою правоту. Так предсказано. Жди здесь. Я приведу Гудрун. Он пришел. Не отравлено. Как дела у сестры? Прогуляемся.
Фрей поправляется. Благодаря тебе. Я не зря трудился. Наверное, ты не просто наемник. Возможно, я ответ на твои молитвы. Господь помогает. А если нет? На все его воля? С Фрейей ехали священники из Англии. Мы считаем, что один из них еще жив. Я хочу, чтобы ты его нашел. Почему я должен это делать? Конечно, тебя ждет щедрая награда в случае успеха. Он для нас очень важен. Несет знания о вере. Их нужно записать. Я поищу. Ты очень дорогой хлебный нож. Ты еще можешь выжить. Прошло 5 дней, а мир не нарушен. Это ложный мир. Не грусти, что твой план не сработал. Радуйся, ты сохранил жизнь. Скоро начнется. Фрейя, дорогая, я рада, что ты на ногах. Быстро поправилась. Твоими молитвами, сестра. А где мой спаситель? Хочу его отблагодарить. Он здесь, в деревне. А мир, заключенный с ярлом. Думаешь, выстоит? Бог того желает. И епископ поддерживает. Это Бог его желает? Или кто-то другой? Они обманщики. Нужно его удержать. Зачем? Мне нужно к епископу. Что случилось? Ночью на нас напали. Наши люди еще отбивают корабли, но скоро нас оттеснят. Отправьте королевский отряд. Торкил, скорее! Ясно. Язычники. Король пришлет сюда всю армию. Мы все под его защитой. Я говорила, это дело рук Одинсона. Ублюдок.
хочу поговорить. Ты? Это был ты? Слушай. Я хотела поблагодарить за спасение. Это было благородно. У нас мало времени. Гудрун рассказал о священниках в лесу. Ты о них не знал? Один мертв, второго ты видела живым. Да. Я знаю, где он. Эдвин. Эдвин еще жив? Возможно. Возможно, нет. Увидев крест на епископе, я понял, что видел такой крест раньше. Нужно сказать сестрам. Если я его найду, жди в трактире на закате. Ты кто? Нет времени на вопросы. Спасибо. Спасибо. Идем. Кто там? Это я. Отворяй. Что ты сделал? Он спас мне жизнь. Он Божий посланник. Хватит болтать. Налей ему и дай поесть. Конечно. Фрея скоро придет. Я вернусь. Фрея? Так она жива? Да. Спасибо. Спасибо. Кажется, ты давно голодаешь. Эдвин, ты жив. И ты? Что с тобой случилось? Вот, садись. Меня ранили. Я был уверен, что убьют, но... Этот чужак спас меня из заключения. У нас один спаситель. Времени мало. Возьми. Что это? Я не могу. Это принадлежит епископу и церкви. Забирай и уходите немедленно. Это дань Одинсону, чтобы сохранить мир. Но он предал вашу веру. А как же Гудрун? Фрея, слушай. Они поймут, что он пропал. Вы в опасности. Воины короля защитят нас. Воины короля мертвы. Они не вернутся. Нужно уезжать. Храни тебя, Господь. Езжайте на север, держитесь леса. Избегайте троп и не суйтесь в лагерь к сестре. Я тебе сообщу. Уничтожь все их следы. Что ты сделал? То же, что любой приличный человек. Это и стал приличным? Гудрун! Я нашел священника. Но слава Господу. Господь тут ни при чем. Я отправил твою сестру на север. Когда Одинсон заметит побег священника, он придет сюда. Что ты сделал? Добро.
Но какой ценой? Одинсон! Где Ярл? Узнай. Чужак, наконец-то. Ты уже вернулся? Была ужасная резня. Что произошло? Набег? Сколько убитых? Трое. И священник бежал. Как Гудрун узнала, что он тут? Где Тор и остальные воины? Уехали. Что это значит? Мы разбили отряд. Жена, тихо. Не стесняйся побед над слабыми. Они уплыли. Воины короля уплыли. Но я видел горящие корабли. Я сам с башни видел пламя. Скажи, чужак, что происходит? Взять его! Итак, где ты был? Это ты убил нашу стражу? Где этот священник? Хватит! Оставь его. Сейчас он будет молчать. Пусть он обдумает свои ответы. Потом он заговорит. Он всего лишь трусливый ублюдок. Возомнивший себя хитрецом Лаки, посмотри. Не сравнивай его с одним из наших богов. Отнеси Ярлу. А ты подумай, чужак. Или смерть будет мучительной. Господин, мы сняли это кольцо с пальца чужака. Гребни, гравировка ворона. Как наемник мог достать такую ценную вещь? Обманом и убийством, конечно. Оно создано для меня. Спасибо. Ступай. Thank you.
Он должен все рассказать. Он здесь, где-то в деревне. Если вы узнаете, что кто-то его прячет, убейте их! Чужак, я знаю, что ты здесь. Чужак! Вылезай, грязный крысёныш! Ты! Давай сюда, живо. Я его не видел, клянусь. Ты врешь. Наемник не оставит золото. Никогда не оставит. Я трактирщик. У меня бывают всякие чужеземцы. Многие честно платят за постой. Да? И много пришельцев появлялись в последнее время. Я сам по себе. Я кормлю и торгую со всеми, кто платит. Кому бы ни молились. А ваши убийства вредят делу. Слушай меня. Если ты увидишь своего приятеля, или я узнаю, что ты его прятал... Клянусь богами, я с тебя живьем шкуру сниму. Крысеныш. Кузнец, ты видел чужака? Чужака? Не видел с тех пор, как он смотрел меч. Ты говоришь про этот меч? Его у меня украли. Рад снова его видеть. Оставь меч себе. Если пришелец явится, забеги ко мне. Конечно, Тор. Забегу. Мы должны поддерживать порядок. Нельзя начинать войну из-за какого-то чужака. Он не мог в одиночку убить всех наших воинов. Они явно не так сильны, как... Зачем ему священник? Что он с ним сделал? Сам подумай. Христиане точно ему помогли. Зачем ему спасать священника? Олаф, наконец-то, нашел? Нет, господин. Думаю, ты права. Христиане ему помогали. Да, господин. Давно пора гнать христиан из этого города. Верно, верно. Собери людей. Начнем сейчас же. Уже сделано, господин. Идем.
Я тебя надежно спрячу. Отец Небесный, укрепи нашу веру, чтобы одолеть безбожников. Твой Бог нас бросил. Мой Бог? Другого Бога нет. Ты потеряла веру? Почему один Бог лучше многих? Это все не так. Гудрун, ты променяла силу на обман. Когда Одинсон убил твоего мужа, он лишь защищал тебя. Что ты говоришь? Как можно быть такой черствой? Где твое сердце? Ты заставила выбрать между любовью к богам и к тебе. И сама прекрасно видишь, что выбрала не того бога. Он не дал ничего, кроме страха, лишений и печали. А как же сестра? Она в безопасности, со священником. Где Фрея? Сбежала? Чужак. Да, он спас Фрею, но обрек остальных. Его послал Господь. Его послал Локи. Нужно им сообщить. Дай Фрее и священнику время уйти. Жертвовать собой за них? Ты всегда была слабой. Вера должна жить. Где он? Ты сказал, что он здесь. Наверняка он сбежал, как трус. Он не мог двигаться. Может, это обман? Он не мог далеко уйти. Найдем его. Отец Небесный, укрепи нашу веру, чтобы одолеть безбожников. Отец Небесный, укрепи нашу веру. Епископ! Где ты его прячешь? Отец Небесный, укрепи нашу веру. Гудрун! Ты там? Отец Небесный, даруй нам веру. Отец Небесный, даруй нам веру. Епископ! Выдай его! Или я сожгу вашу церковь дотла! Трусы! А ну, вернитесь быстро! Беги! Беги! Взять его! Чего ты ждешь, а? Где теперь твой бог, ведьма?
Знакомое место. Здесь ты поправишься. Тут безопасно. Агнер принесет еду и воду. Она будет лечить. Отдыхай. Пей, пей. 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 Господин, что я сделал? Ты соврал мне в лицо, Агнер. Ты нагло предал ярла. Придется тебя наказать. Нет, 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 я ничего не делал. Агнер, убереги себя от мучительной смерти. Я не хочу этого делать. Но нужно, чтобы чужак заплатил за свои поступки. Скажи мне, где он, и все кончится. Олаф, режь его, пока не заговорит. Кузнец. Чужак. Они узнали, что Агнер тебе помогал. Связали его на городской площади и забрали золото. Это печально. Возьми, пригодится. А, Грим, я по тебе скучал.
А ты не сидишь без дела, кузнец. У всех кузнецов всегда много забот. И где же ты был? Доставлял топоры. Кому? В этой части города никого нет, кузнец. Ты хочешь повиснуть там, рядом со своим другом? Ты доставлял оружие призракам. Не считай ярла дураком, кузнец. Говори, где этот чужак? Чужак, ты служишь ярлу. Помнишь? В этом ты ошибся. Ты глупец. Сдавайся, чужак. Кузнец! Я тебя на кол посажу, ублюдок! Ты не убьешь безоружного, верно? Одинсон! Эти глаза видели очень много смертей. Договоримся. Есть серебро, золото, есть земли. Я дам тебе поместье. Ты кое-что у меня забрал. Да. Я дам тебе все, что хочешь. Почему перед лицом неизбежной смерти трусы присмыкаются, как прислуга? Ты никогда не попадешь в Вальгаллу и никогда не будешь пировать с Одином. Это за моего отца, короля. Ты
Я у вас здесь задержался. Город ваш, а не каких-то богов. Спасибо, господин. Я знал. Знал, что ты не просто чужак. Автор сценария и режиссер Ури Шварц. I'm not good like I should be. Got this bad thing that just won't go away. There's a hope, a distant feeling, a hungry pulling, hiding in my soul and my heart. A sharp stone cutting me to the bone, and my heart has a veil. A sharp stone cutting me to the bone. There is a world, a screaming silence, full of words, and one-way conversations, thousand miles of endless space, dark blue nights, and lonely Sunday mornings.